Есть! Есть! О, долго я сегодня весь вечер за ним охотился. Есть! О, да, вот это хороший. Да, это Москва-река, самый центр. Центрее некуда, 10 минут, и мы у Кремля. И да, я здесь ловлю слонов. Не уходи, друг. Ты очень красивый. Так на самом деле можно целый день ходить, искать рыбу, в которую хочется забросить. Вот ты ее нашел, делаешь первый заброс, она слышит шлепок приманки об воду и просто уходит, и все поиски напрасны. Ну не ложись ты на дно. Зачем тебе это надо? Да, так часто бывает, чаще, чем хотелось бы. Опять разворачивается. Ой, хорошо спланировал. Блесна всегда планирует от рыболова в противоположную сторону, и это надо учитывать при выполнении заброса. Не интересует его вообще сегодня. Блесна мои. Попасть в него, подать приманку так, чтобы ему удобно было ее съесть, это еще полдела. Главное, чтобы еще приманка ему понравилась, и он захотел на нее клюнуть. Тут постоянно приходится работать электромотором, делаю коррекцию по ветру, ставлю лодку так, чтобы было удобно забрасывать. В этом месте надо учитывать, что не ловят спутники, поэтому заикариться просто я не могу. И плюс очень удобно, это казань-таргет, удержание курса, прям реальный помощник очень помогает. Когда один в лодке, это незаменимая вещь. После заброса я сразу не закрываю дужку шпули для того, чтобы можно было скорректировать погружение блесны. Если мне нужно чуть подальше, я просто пальцы убираю со шпули, шнур уходит и блесна от меня планирует. Если нужно чуть поближе, я зажимаю шнур и блесна чуть на меня при погружении подается. Вот ради таких секунд мы и любим рыбалку. Все снасти, лодки, время, все только ради этой секунды. Есть! Есть! О, долго я сегодня весь вечер за ним охотился. Есть! О, да, вот это хороший. Это приятная тяжесть, эти звуки фрикциона, вот это все напряжение, которое до поклевки оно было в тебе, оно прям вот так расходится по всему телу, и ты ощущаешь кайф. Это и есть счастье рыболовное. Несколько раз я ему предлагал блесну эту, прям около него вел, за него задевал. Несколько раз я терял его из виду, и потом вернулся и снова нашел. У, это прям хороший сомик.
Очень хороший, давит. У меня в этот раз надежнейший поводок стоит. Не должно быть никаких эксцессов с ним. Хорош. Хорош, прям на закате таком. Ветер стих сегодня, целый день ветер сильный был. Ну вот сом клюет всегда на закате. Я так и думал, что чуть попозже он начнет клевать. Пик активности у сома — это 2 часа перед закатом. Можно целый день ходить, искать его. Иногда даже бывает, ты его днем обнаруживаешь, он стоит, но не клюет. И вот наступает час X, и он начинает есть. Ну это хороший, надо его утомлять, друзья, чтобы нормально принять. Надо нам с судового хода немножко, наверное, уйти. Туда поближе сейчас прижмемся. Давай, друг, за мной. Сейчас мы тебя утомим сначала. Да, хороший соперник. Нелегко будет его утомить. Минут 10 точно, друзья, вам придется смотреть за этим. У меня по-прежнему Solar до 80 грамм. В снастях я был абсолютно уверен, очень надежные снасти, ни одного слабого звена нет. У меня Solar до 80 грамм, 4000-ный Twin с низкой передаткой, и шнур Sunline PE Jigger OLT 2. Тут элементов слабых нет. Я отталкиваясь от опыта прошлой рыбалки, поставил качественный поводок из флюра 0.7 и очень мощную застежку, которая меня не подведет, я уверен. Вообще хороший. Я думаю, это будет рекорд. У меня здесь я больше не ловил, вообще не хочет наверх. Не хочет никак. Вот я вижу, он на 6 метрах сейчас. Паноптикс вижу. Давай хоть посмотрим на тебя. Уже подсдается. Вот. Никогда не знаешь, кто победит, потому что просто не знаешь, как качественно он клюнул. Либо весь тройник в пасти, и у тебя очень хорошие шансы, он надежно засекся, либо он на одном крючке, на какой-то кожице висит, и все непредсказуемо. Пока ты его не увидел, исход вообще не ясен. Ну, сейчас он такие рывки он делает. Я чувствую, как он хвостом. Вот так он наклоняется. О, пузыри пошли какие. Наклоняется вниз башкой и хвостом шнур задевает. Чувствуется прям, он хвостом по шнуру идет. Давай, давай, давай. Ну, это очень хороший сон. Упирается. Очень хорошо. О, пузырь, пузырь. О, хвост увидел, хвост увидел. Давай там за мотором не прячься. Ну, покажись уже полностью. Уже прям недалеко, но не хочет он. Это очень хороший, конечно, сомик. Не знаю, сейчас мне его будет... Надо, во-первых, вымотать его как следует, чтобы он... вообще не мог предпринять никаких действий, когда его буду брать. Не, у меня снасть надежная.
Главное утомить и принять. Вот сом-людоед, как я и говорил. Ты детей ел? Конечно, это шутка, друзья, насчет сама людоеда. Но смотрите какой. Утку он точно сожрет. Да, хороший сомик. Ему прям тройник. Хорошо сидит прям. Весь в челюсти тройник. Все, он готов к тому, чтобы я его брал. Наши перчаточки. Подсак я не использую, как я уже раньше говорил, потому что он потом будет вонять, весь в слизи будет. Зачем это нам надо, правильно? Сейчас мы его так примем. Давай, 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 давай. Ну все, друг, мы тебя сейчас примем на борт. Пойдешь? Пойдешь к нам на борт? Тихо, 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 тихо. Не-не-не. Сейчас я открою. Открыл дужку в шпуле, чтобы если что. Обязательно нужно открывать дужку катушки в эти моменты, потому что если у него остались силы на рывок, он этот рывок сделает. У меня шпуля открыта, шнур уйдет, снасть безопасна. О, я даже боюсь ему пальцы в рот засовывать. Давай, давай, приоткрой. Опа! Все, друг. Все. Ты в цепких лапах. Из этого захвата еще никто не освобождался. Ой, ё-моё! Разве можно быть таким жирным? О! Смотрите. Я 194. Ух! Сколько он метр? Полтора метра точно есть, метр 60. О, не хочу его класть. Ковролин. Ну, походу, придется там. Ладно, у меня есть щетка. Помоем потом. О. Давай. Сейчас мы тебя освободим. Хорошо, тройник сидит. Ничего, ничего страшного. Потерпим. Чуть-чуть потерпим. Все, друг. Ничего страшного нет. Сейчас ты будешь отпущен. Рыба, друг, с ней так и надо. Он мне подарил незабываемые эмоции. Надеюсь, у него тоже все будет хорошо. Сом, привет. Друг, блин, у него такое пузо. О. О! У него такое пузо. Вес взят, я считаю. Все, отпускаем, друзья, нашего толстячка. Вот после того, как я его выпустил, он ушел, борьба окончена. Все, состязание завершилось в мою пользу. Трофей взят, зафиксирован, бережно освобожден и отпущен. Все так, как должно быть. Так, как я хотел. Ну что, хороший сомовий сезон продолжается, друзья. Очень рад был сегодня повидаться с этим толстячком. Все, друзья, давайте. Продолжение следует. А, only spin. Я уверен, здесь есть самые покрупнее. И я обязательно их поймаю.